наш добрый, любящий, работающий для вас телеканал ТВ Михалыч. Погода на 21 июля. Всем, кто нас смотрит, хорошего лета, хотя оно проходит. По республике дожди, местами сильные, очень сильные дожди. Сильные ливни, грозы, возможен град. Ветер северо-западный 5-10 при грозах до 20 метров в секунду. Не поймешь, что лучше, гроза или жара. Температура воздуха. Северные районы Баунт-Муйский ночью плюс 10-15, днем 14-19. Не жарко. Центральные районы Иволгинский-Тарбагатайский ночью плюс 13-18, днем также не холодно, не жарко, 18-23. Комфортно. По южным районам Кяхта-Джида ночью плюс 13-18, днем плюс 17-22. Ну, по всей республике одна погода. Наша любимая столица – дождь. Ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 5-10, днем до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью 15-17, максимальная днем 19-21. Когда будет жарко. Атмосферное давление будет слабо расти до 707 миллиметров ртутного столба. Блаженство тела состоит в здоровье, блаженство ума в знании. Разница человека с животным в том и состоит, что он только начинается там, где животное заканчивается. Оставайтесь человеком, а ТВ Михалыч.